подписчики моего YouTube канала. Это видео будет о древних гравюрах Египта. Этим гравюрам от 200 и более лет. И они первоначально были черно-белые, ну, большинство из них. Но уже в наше время они были переведены в цвет. Гравюры – это вырезанные на таких специальных табличках был вырезан рисунок, а потом его оттисками делали вот такие вот печати. Печати рисунка. Оттиски. А часть, также будет, скорее всего, что часть рисунков каких-то очень старых. И часть, большая часть – это гравюры, которые первоначально были черно-белые, а сейчас они оцифрованы и переделаны в цветные. Еще добавлю, что первые экспедиции в Египет начались при Наполеоне, Наполеон Бонапарт, его, ну, такое, его попытка завоевания Египта. И вместе с ним, вместе с его экспедиционным корпусом, в Египет прибыло большое число исследователей того периода, которые первые начали делать вот эти вот... Ну, которые первые начали делать зарисовки, рисунки, а потом и гравюры этих древних артефактов Египта и археологических сайтов Египта. И после них туда прибыли англичане, после них туда прибыли, после англичан, американцы, европейцы, германцы. И эти гравюры — это все от них. Все остальное вы видите дальше видео. В видео будет показано большое число фотографий этих гравюр, которые, часть из этих гравюр уже оцифрованы и переведены в цвет. Интересно посмотреть, какими Египет увидели первые европейцы. Конечно, часть немножко их фантазии, скорее всего. Ну, все остальное вы видите дальше видео. Спасибо за ваш просмотр. Спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу.